Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. Рад приветствовать вас на канале Анатолич Лайф, канал рыбалки. Мы уже на рыбалке. Уже поймал я несколько окуней. Приехал сразу удочку на мясо закинул и вот начал закидывать спиннинги. Сегодня у нас эксперимент. В качестве ароматизатора я добавил, вот увидел в магазине, купил такой кисель. Сначала сварил кашу, как обычно я его варю вечером, а на утро уже в холодную добавил вот этот кисель и перемешал ее. Посмотрим, как она сегодня у нас отработает и будет ли вообще она работать. До этого я рыбачил, добавлял пищевой ароматизатор, который в магазине покупаю. И добавлял ароматизатор со запахом и вкусом малины. Он тоже хорошо работал. Вот сегодня новый эксперимент. Добавил кисель клубничный. Рыбу я буду брать всю подряд. Единственное, маленьких буду отпускать. Для этих мест маленький считается карась. Ну, обычный. Я беру такого более-менее крупного, 400 грамм. И сазанчик, если клюнет, будем брать от килограмма. Маленьких брать не буду. Закинул я сейчас два спиннинга на соломку. Третий закину на кукурузу. Ну, я надеюсь, трех спиннингов мне сегодня будет достаточно. В крайнем случае, там еще есть он спиннинги. Сзади меня два лежат. Один мой запасной. Один, можно сказать, основной. Да кто там трепет? Ух ты, судачок маленький. Ты че, голодал-то? Мясо решил покушать. Такой, ребят. Пускай идет, растет. Сейчас время 42 минуты 9. Планирую я прорыбачить часов до 2, до полтретьего. Ну, обычно там уже клев прекращается. В конце рыбалки взвешу весь улов, взвешу самых крупных, которых удастся поймать. Так что смотрим, не переключаемся. Место я никогда не закармливаю. Почему я это делаю? Если закормить место, может прийти мелкая рыба. И она просто не даст вам рыбачить. Будет обжирать кормушки, обжирать все с крючков. Ты посмотри, какой мелкий окунь. Раньше не было мелочи. Сейчас вот откуда-то она взялась. Ну все, ребята, ждем первую поклевку. Сегодня я одел новую кепку чисто случайно. Обычно я езжу в одной одежде, а тут что-то головной убор перепутал. Не тот одел. И как-то так получилось, что аж взял три садка. Садок для мирной рыбы с гвоздя снимал. И не заметил, как второй зацепил рукой. И в итоге я это обнаружил уже, когда в лодку вещи перекладывал. Ну, думаю, ладно, значит, судьба такая. Ну все, ждем первую поклевку на спиннинге. На удочку я уже поймал. Ребят, поклевка сазана. Камера была выключена, саму поклевку не заснял. Так, мне надо удочку убирать. На удочке там еще окунь, пускай пойдет, поживет.
небольшой, но иди сюда. Видит подсак. Дома. Дома, ребят. Вот такой, ребят. Сейчас мы его взвесим. Оп. Ты и дома. Так, ребят, сейчас мы его взвесим. 2200. Вот хорошенький сазанчик. Такой, ребят. Вот такой сазан. Так, ребят, каша-то сработала. Это уже радует. Непонятно, на чем он клюнул, на соломку или кукурузу. Но самое главное, каша сработала. Насколько я помню, там соломка была. Потому что на кукурузу я вроде по центру закидывал. А этот был крайне правый. Еще на ютубе смотрю, пишут сазан-карп. Сазана и карпа сравнивать — это все равно, что сравнивать домашнюю свинью и дикого кабана. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Там кто-то сидит небольшой. Небольшой кто-то сидит. Ох, там карась чебаком. Вот чебак такой, ребят. Отпустим его. Пускай щук кормит. Так, вот этот еще спиннинг. Кто-то дергает. Тут кто у нас? Тоже кто-то небольшой. Карасик, наверное. Сейчас он нагуляется. Вот такой, ребят, карась. Сейчас мы его взвесим сразу. 425. Первый карась на соломку, который с чебаком пришел. Второй карась на кукурузу. Значит, каша из пшена с добавлением киселя. Еще раз повторюсь. Добавил вот такой со вкусом клубники кисель.
работает, стоит он копейки, чем покупать дорогие ароматизаторы, проще вам киселя купить. О. О, куняра хороший. Только про них вспоминал. О, поклевочка карасинная. Карасинная поклевка. Да кто ты там такой? О! Я такого еще не видел. Это карпик зеркальный. Зеркальный карп. Такого серого я ни разу не видел, ребят. Гляньте, какой. Это что такое? Ничего себе, какой он красивый. Гляньте, какой цвет. Как шахтерик. Одуреть. Иди расти дальше. Таких карпов я еще не видел зеркальных, чтоб такого темного цвета. Это у него маскировка. Пускай размножается. Интересная такая рыба. Я до этого ловил, конечно, тут зеркальных карпов, но они были обычного цвета. Намного светлее, чем вот этот. Это прям темный какой-то. Афроамериканец, наверное. Не, это скорее всего африканец. Слабину, главное, такую дал, где он ее взял. Груз передвинул, что ли. Это карась. Сейчас надышится. Не дрыгайся, не надо. Четыреста десять. Такой карасик. И этот сразу заклевал. Да вы что? Ну давай, иди сюда. Подошел косяк, видно, рыбы. Не вижу. Карась тоже крупный. На кукурузу. Грамм 600, ребят, карасик. Такой. Так, и вот этот тоже клюет. Маленький малышок. Так,
такой, ребят. Этот домой. Прикормочка работает. Это хорошо. Кто это? Ребята, на мясо кто-то клюнул. Одуреть, карась какой. На мясо клюнул. Я его удочкой не подниму. Оп. Ничего себе, карась какой. Ладно, полежи, сейчас я закину. Нежданно-негаданно. На мясо клюет карась. Вот, ребят, на мясо такой карасище. Вот такой под берегом карась ходит, а я туда так далеко кидаю. Ну, я кидаю далеко в надежде на сазана. Вон, на соломку тут клюет. Клюешь? Клюет. На соломку. Слева и справа крайние спиннинги закинуты на соломку, в середине на кукурузу. И чё ты там так сопротивляешься? Сейчас подышит карась. Оп. Четыреста тридцать грамм. Окушарик. Окунь подошел кормиться. Ага, кто-то там сидит. Карасик маленький. Маленький карась. Вот, ребят, такой карасик. Пускай гуляет. Так, и следом вот этот клюет. На соломку этот клюет. Что такую слабину дал? А тут что-то серьезное, ребят. Тут сазанчик. Сазанчик такой, ребят, хорошенький. На соломку этот. Дома. Дома, ребят. Вот сазан начал клевать. Опять соломка. Сработало.
Карасик. Карасик. И окунь сразу активизировался. Такой, ребят, круглый карась. Но он явно грамм 500, мне кажется. Да, ровно 500. Почему вот клюет в такие моменты, когда я чем-то занят? Кто это такой? Да ну нафиг, ребята, это кто? Это кто такой? Сазан, что ли? Точно сазан, на мясо клюнул. Да ну нафиг, как тебя взять-то? Ты смотри, что делает. Да ну нафиг. На удочку я еще сазана-то я ловил, но чтобы на мясо, такого не было еще. Давай, давай, дыши, 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 дыши. Опа! Одуреть. Вот такой красавец. Вот нули, ребят. Килограмм 600 на простую удочку без катушки. Вот это да. На простую удочку без катушки. Одуреть. Килограмм 600. Вот это адреналинчик. Соломку кто-то надыбал. Сидит там. На удочку идет, ты посмотри, что творит, а? На удочку не надо ходить. Да кто ты там? Сазанчик маленький. Маленький сазанчик. Там хорошо зацепился. Вот, ребят, такой сазанчик. Эх, иди наружу. Чуть обратно в лодку не запрыгнул. Вот это, ребят, поклевка. Вот это, ребята, поклевка. Так, поклевка. Ждал я такой поклевки.
Сейчас надо аккуратно его только. Подводить не спеша. Самое главное, чтобы он ничего не оторвал. Какой-то буйный попался. Большой-то нет. На соломку. Вон он вышел. Берем подсак. Так, самое главное его не напугать. Ах ты, подсак надо было ниже, он бы в него прям заплыл. Вот он, брык, молодец. И теперь можно спеть песенку. Трам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Сережа, молодец. Так, ребята, сколько он весит? 2 килограмма. Пойдет. Да, вот рыбалка моей мечты. А то сидишь зимой на льду, мерзнешь и вспоминаешь, как летом сазаны клюют. Но самое главное, что ароматизатор нашел дешевый, который можно использовать. Так, начинаем это все выкидывать на корм рыбе. Вот тут поклевка. А тут поклевка. Мясо вот сегодня не израсходовал. Сейчас его мелко порежу. Хищника накормим, чтобы жирнее был. Кукурузы почти полная банка уходит. Я всегда рыбу кормлю в конце рыбалки, а не перед рыбалкой. Так, все, собираем, как говорится, манатки. А мы последнюю кашу скидаем. Вот осталось у меня столько каши. Пускай рыба будет в курсе. Что в этом месте есть чем поживиться. Так, ну и что? Вот этот так и клюет потихонечку. Кто-то там, значит, сидит. Тот, о, что с тобой, дружище? Карась-мутант.
Ну и все, клюет последний спиннинг. Тоже карасик. Вон каша, видите, только сейчас слетела с кормушки, как долго стоит. Зачем ты трепыхаешься, скажи мне. Тоже крупный карасик. Вот такой, ребят, карасик. Тоже крупненький. Все. Сейчас собираюсь, ребят. Достаем улов, взвешиваем. Подводим итоги, в общем. Ну и так, ребята, я уже собрался. Рыбалочка выдалась замечательная. Погода шепчет. Хоть и ходят тучки, но ветра, слава богу, сильного нету. Тем более я сел со стороны, где, видите, стоит штиль. Ветер менялся, но ненадолго. Что он вот дул оттуда, потом стал дуть мне в лицо, а потом опять сменился. Но это всегда происходит, когда тучи ходят. Ну что, сегодня масса впечатлений, особенно сазан на удочку. На удочку я до этого ловил сазана, но он был всего килограммовый. Рыбачил я на кукурузу. Самый большой был килограммовый. А тут так неожиданно на мясо и сазан килограмм 600. Адреналину, конечно, хапнул я хорошо. Потом еще на крайний спиннинг сазан на дедовский достойно сопротивлялся, тоже доставил мне массу удовольствий. Редко выдается такая рыбалочка, конечно. Ну, потом очень жалко, что было очень много мелкого карася. Вообще гуляла мелочь. И чебака я ловил, и сазанчиков маленьких, и карасиков маленьких. Это, конечно, мешает для ловли крупного сазана, что он просто не успевает найти приманку и клюнуть на нее. Ну все, смотрим улов. Сазан это среднего размера. Крупных не было. Средний размер, я считаю, это от килограмма до 4. Давайте сейчас мы их взвесим. Вот они стекли. Нули. Как лучше встать-то вот так в тень. Вот нули. И сколько? 8200. Ну, грубо говоря, 8 килограмм. Теперь очередь карася. Карася сегодня было больше мелкого, чем крупного. Давайте взвесим, сколько. 7400. Ну, будем считать 7 килограмм. И теперь дошли мы до окуня. Сколько же окуня-то? Окуня я так в удовольствие ловил. Окуня сегодня мало. Вот нули. Три с половиной. Итого у нас получается 18,5 килограмм. Ну вот, 18,5 килограмм. А время у нас, секундочку, время у нас 11 минут третьего. То получается, прибыл я сюда, ну, начал рыбачить я где-то 8:30, а сейчас 2:30. Вот, за 6 часов рыбалки 18,5 килограмм. Так что рыбалка была сегодня отменной. Спасибо в очередной раз этому месту за отличную рыбалку. Здесь мы еще порыбачим не раз. Все-таки целью на этот год у меня стоит поймать крупного сазана. Так что будем пытаться. Ну все, ребята, всем удачи. Всем пока-пока.